Всем привет! Вы на канале CryptoBoom, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IEO, DeFi и о многом другом. Сегодня у нас на обзоре будет проект DEX Network. DEX Network, или сокращенно DEX, это децентрализованная платформа социальной торговли, онлайн, децентрализованная и автономная среда портфеля криптовалютных активов, которая работает через автономные смарт-контракты, включая инструменты для виртуальной валюты, распределения, автоматическая ребалансировка и устранение рисков передачи цифрового кошелька, деталь, такие как закрытые ключи и API, или любые данные виртуальной валюты третьим лицам, например, а также исправление отсутствия децентрализованного взаимодействия между пользователями и успешными трейдерами в рамках DeFi. Токен DEX включает открытую систему без прав доступа, соблюдение правил протокола и участия. Ресурсы способствуют достижению консенсуса между участниками. Токены выполняют две жизненно важные функции. Первая – это автоматический обратный выкуп и распределение между страховыми хранилищами, вознаграждение за фарм среди держателей токенов и сжигание токена за процент от вознаграждения трейдеров. Второе – это участие в DEX DAO. Не обязательно быть держателем токена DEX, чтобы участвовать в DEX Network и получать выгоду от нескольких его функций социальной торговли. Более того, DEX загружает смарт-контракт DEX в сообщество разработчиков программного обеспечения с открытым исходным кодом, что является свободой слова и является основными участниками нашего меморандума. Однако, чтобы иметь возможность полностью участвовать в сообществе, получать право голоса, вносить свой вклад посредством продолжения и извлекать выгоду из стимула внутри сети. В основном, чтобы стать членом DAO, вам необходимо приобрести токены DEX. Основная миссия DEX – это предоставить возможность любому пользователю инвестировать безопасным и децентрализованным образом, полностью контролируя риски и финансы через личные кошельки. Компания исключает риск перевода средств на сторонние приложения и необходимость предоставления ключей API, как в традиционных социальных торговлях. DEX разрабатывает единственный в своем роде инструмент для торговли копиями в экосистеме DeFi. Из-за огромных скачков и роста ликвидности торговых продуктов, таких как Uniswap, Balancer, Curve, Moniswap и многих других, есть огромные возможности для децентрализованного копирования и торговать с лучшими публичными трейдерами отрасли. Каждый пользователь, использующий экосистему DeFi, может заблокировать свою криптовалюту и получить взамен стейблкоины, объем которых можно увеличить путем автоматического копирования торгов. Любые пользователи смогут подключить свой кошелек без обмена, например, MetaMask или Trust Wallet. Дальше необходимо перейти на сайт DEX, выбирать лучшего трейдера или группу трейдеров, которые успешно продают и покупают криптоактивы и подписываются на них. DEX скопируют торги на основе параметров подписки, установленных самим пользователем. В данном случае криптовалюта остается в кошельке, доступной только пользователю. Пользователь также сможет копировать сделки, зная только адрес кошелька или указав, хочет ли он или она купить или продать определенный токен как владелец. Все успешные трейдеры, которые захотят поделиться информацией о своих сделках через платформу DEX, необходимо будут установить плагин DEX в своем браузере, войти в систему, затем подключить его к бирже, на которой они торгуют, затем выбирать желаемый платеж или опцион, либо фиксированный платеж, либо процент от реализованной прибыли, и начинать торговать. После открытия сделки плагин DEX попросит трейдера подтвердить отправку транзакции в блокчейн, чтобы пользователи могли его скопировать. Всем приятного использования данной платформы. Всем спасибо. Всем пока.